Иван Дмитриевич Ионин, деятель советской медицинской науки, инфекционист, главный эпидемиолог и инфекционист Красной армии, генерал-майор медицинской службы, профессор, педагог. Биография. Профессор Д. Ионин был организатором в 1935 году кафедры инфекционных болезней в Донецком медицинском институте. В 1937-1938 годах профессор Д. Ионин, ректор Сталинского медицинского института, член ВКП с 1941 года. В 1941-1945 годах трудился заведующим кафедрой инфекционных болезней 2-го Московского государственного медицинского института. Одновременно с этим в годы войны был главным эпидемиологом и инфекционистом РКК, а затем Советской армии. 25 мая 1944 года присвоено звание генерал-майора медицинской службы, продолжая большую педагогическую и научную работу на кафедре, занимаясь подготовкой слушателей военного факультета. Во главе коллектива преподавателей института часто находился на фронтах Великой Отечественной войны. Благодаря большому объему работы, проделанной главным эпидемиологом и инфекционистом Красной армии Д. Ионином, были достигнуты значительные успехи в устранении опасности авитаминозов, резком сокращении элементарных заболеваний в воинских частях, сохранении эпидемического благополучия войск и гражданского населения в борьбе с заболеваемостью кишечными инфекциями и брюшным тифом. Были достигнуты серьезные успехи в лечении инфекционных больных. Впервые в истории широкомасштабных войн инфекционных больных не эвакуировали с театров военных действий в тыл страны, а лечили на месте. В результате предупреждалось распространение инфекционных заболеваний из тыла в действующую армию, вел большую общественную работу. Избирался депутатом Верховного Совета УССР первого созыва. Умер от болезней, похоронен на Введенском кладбище в Москве, избранный научные труды. Автор более 30 научных работ, в том числе «Справочник по инфекционным болезням» под редакцией при участии Д. Ионина. Холера и ее профилактика, награды и звания: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны первой степени, медалями СССР, заслуженный деятель науки РСФСР.